ты сегодня видела? Я видела фантики. Зайчиков? Да. Еще кого? Я видела лису. Лису видела. Еще кого? Я видела гу-гу. Кого? Гу-гу. Это кто? А, она видела сов. Она говорит, как бубу, правильно? Да, бубу, тигра, год крысы, год обезьяны или год мишки? Нет. Год какой? Год обезьянки. Ну тогда эту обезьянку тебя. Ура! Какие у тебя дома живут животные? Громко. Собаки. Собаки? А еще кто? Зайчики, а у зайчиков что большие, что? Уши. Уши, правильно. Тогда тебе вот такую мышь. Молодец. А тебе рассказывай, каких животных больше всего любишь? Зайчиков, да? Еще кого? Птичек. И птичек любишь? Да. Каких птичек? Гули. Какие? Гули. Гули, это голуби. Да? Ты их кормишь, гули-гули? Да. Молодец. Вот тогда я тебе подарю вот такого. Ой, это какой? Кто? Это львенок такой, да, в пижаме. А вот здесь что у него? Это что? Сердце. На тебе вот такого. Спасибо, львенка. Скажи. А вот этого тигренка мы подарим кому? Кто скажет, как звали тигренка, которого мы спасли? Жорик. Жорик. Это вам. Я думала, ты тигренка. Что за животное у тебя на шапке? Вот ты одела шапку, а да, что за животное? Красивая. Усики такие. Кто? Кошка. Кошка. Любишь кошек? А как зовут твою кошку? Ну как, не стесняйся, а говори. У тебя нет, наверное, кошки. Есть, есть. У нее даже вот тут дельфинчики есть. Ой, поэтому тебе, красивая. Смотри, вот такого мишульку с ой, таким бантиком. Какой хорошенький. Все, а как зовут? Молодец. Аня. Спасибо, Аня. Спасибо, Аня. Маслиницу прокатали, свою дорогую зажигали.